подписчики моего канала, просто любители карчера марчетти. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Стоит ли его ждать? Перспективы брака с ним». Да, те, кто не хочет тратить время на пустые отношения, подойдет такой расклад. Итак, что в жизни этого мужчины сейчас происходит на данном этапе? Так, смотрите, ну, мужчина пытается выиграть время. У него сейчас какой-то такой период проблемный, да, то есть он суетится, переживает, вы ему тут что-то докучаете, он грызет яблоко ревности, у него какие-то тут свои переживания, страхи, комплексы, связанные с бизнесом. И мозг его уже кипит, я бы так сказала, да, то есть он настолько сейчас непредсказуем, потому что человек тоже, знаете, такой, как маленький инфантильный ребенок, сидит в каких-то своих иллюзиях, фантазиях, творческих мыслях, что сейчас вот вы заставляете, в принципе, кипеть его мозгам, да, то есть у него вот два направления, которые его в разные стороны раздирают. Но я бы так сказала, что как бы в бизнесе он разберется, он там не один, да, вот в отношениях с вами он прям совсем не умеет строить отношения. Его планы. Планы на судьбу, мечта соединиться с вами, он не знает, как это сделать. Он стоит как раз вот перед выбором, как это сделать, на развилке, что ему делать, да. Его чувства. Но в чувствах у него все хорошо, в чувствах у него горит сердце, большая любовь, в чувствах у него тепло по отношению к вам, да, он прям считает вас женщиной его статуса, его мечты, что это у вас длительные отношения на всю жизнь, и он пытается наладить с вами отношения, подойти, как бы найти ключик к вам, построить мостик, да, то есть он все время как бы инициатор этих всех общений. Что он хочет от ваших отношений? Ну, хочет брака, семьи, длительных отношений, он хочет заботиться, хочет лелеять вас, как бы, но хочет, знаете, уже как бы резких каких-то перемен, он уже устал как бы от вот просто переписки, он хочет, чтобы что-то все-таки поменялось, и вы соединились, да? Что он будет для этого делать? Ой, долго, упорно каких-то выпрашивать денег, периодически будет молчать, переживать, расстраиваться, делать ошибки и все равно упорно идти к своей цели. Есть ли будущее в ваших отношениях? Но весь компас вообще-то настроен на партнерские отношения, и вам этого не избежать. Так, перспективы брака. Перспективы брака. В ближайшие 3-4 месяца пока ничего не видно, пока вот все будет стоять на том же самом якоре, и все та же самая песня, да, как заезженная пластинка. И он будет сейчас переживать, суетиться, наблюдать за вами, да. Но пока с места в течение 3-4 месяцев пока ничего не сдвигается. Так, а в дальнейшем? В дальнейшем удачный второй брак. Стабильный, удачный второй брак. То есть брак, семья с этим мужчиной. Но не так быстро, как вам хочется. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.